Сразу после неудачного матча в Санкт-Петербурге казанцы начали подготовку к кубковой игре с Читой. Хави Грасия решил не давать своей команде выходных, и Рубин уже во вторник вышел на первую тренировку. Тренировки проходят в очень хорошем режиме. Мы работаем с высокой интенсивностью. Испанская тренерская школа считается одной из сильнейших в мире, и у нашего наставника все очень интересно и разнообразно. В ближайшее время мы постараемся добыть результат. Коллектив болезненно воспринял поражение в последнем туре чемпионата, но не опустил рук. Футболисты выкладываются на тренировках в полную силу и жаждут исправить ситуацию уже в ближайшей кубковой игре. Матч с Читой будет чрезвычайно сложным для нас, потому что команды из низших дивизионов, играющие против клубов премьер-лиги, всегда и во всех моментах отдаются на все 100% и рвутся вперед. Для нас этот матч будет намного сложнее, чем для них, но мы сделаем все для победы. Рубин готовился к Кубку России в полном составе. Все работали от первой до последней минуты. Хави Грасия принял во внимание сложный график команды этой осенью и решил взять с собой на восток 18 игроков. Из лидеров красно-зеленых в Читу не полетели Гёк-Денис, Рыжиков, Канунников и Сон. Но и без этих футболистов казанский состав выглядит очень мощно. В числе тех, кто должен добыть первую победу в Кубке – Листьян, Рачина и Мвила. Лететь до Читы целых 5 часов. Конечно, нас ждет непростая дорога. Но нам нужно хорошенько восстановиться, набраться сил и постараться выиграть следующий матч. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Хотя уже сейчас ясно, что нас ждет сложная игра. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my sun. Могу сказать точно то, что легко не будет в любом случае, потому что Кубок всегда команды с первой, со второй лиги настраиваются дополнительно на команду премьер-лиги. Но у нас тоже настрой серьезный. Мы посмотрели команду. Сегодня было теоретическое занятие. Смотрели видео. Естественно, нужно всем выйти мотивированными, работать, биться, наверное. Это самое главное, потому что я думаю, что будет очень много борьбы в игре. Наверное, Чита будет, я думаю, играть более простой футбол. Нам, наверное, будет тоже не давать, поэтому нужно настраиваться максимально. Если у кого-то будет недонастрой, то, я думаю, могут быть проблемы. Рубин преодолел более 4000 километров на пути в Читу. Команда из Казани полна решимости привести в столицу Татарстана победу вместе с путевкой в следующий раунд Кубка России. Прямую трансляцию матча вы сможете увидеть на нашем канале. Оставайтесь на Рубин ТВ.